стояли и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман. У меня было достаточно много наград в моей жизни творческой. И сегодня я получил одну из самых дорогих для меня, потому что я ее получил от любимой радиостанции «Хит-ФМ». Я получил ее от моего друга Бориса Зосимова. И самое главное название этой номинации к народному композитору – это, наверное, самая дорогая моя награда, потому что это говорит о том, что мои песни слушает народ, о том, что народ любит мои песни. И я счастлив сегодня, что моей любимой радиостанции год, день рождения, что совершенно гениально найдет формат этой радиостанции, что это вечный формат, потому что каждый год дает новые хиты. И есть возможность показывать радиослушателям старые хиты, новые хиты. И я желаю здоровья и счастья моей любимой радиостанции «Хит-ФМ». «Хит-ФМ» 107.4. Суперкомпозитор Игорь Крутой. Искусство лирической драмы. Шекспировский надрыв. Эмоции понятного и женскому сердцу спеть может не каждый. Ирина Аллегрова. Ха! Ха! Что-то, милый, на меня ты больно сердишься, но подумаешь, монашка не жила. В этом мире как умеешь, так и вертишься, и не думай, что всегда тебя ждала. И не надо меня мучить подозрениями, ты мне лучше, что красивое скажи. И давай с тобой устроим день рождения моей маленькой, но все-таки души. Все мы бабы стервы, милый Бог с тобой, каждый, кто не первый, тот у нас второй. Все мы бабы стервы, милый Бог с тобой, каждый, кто не первый, тот у нас второй. Но уж если мы с тобой повстречались, я на прошлом, на своем поставлю крест. И хочу, чтоб в церкви мы с тобой венчались, и чтоб я была не худшей из невест. И не надо меня мучить подозрениями, ты мне лучше, что красивое, скажи. И давай с тобой устроим день рождения моей маленькой, но все-таки души. Все мы бабы стервы, милый Бог с тобой, каждый, кто не первый, тот у нас второй. Все мы бабы стервы, милый Бог с тобой, каждый, кто не первый, тот у нас второй. Ой. Девчонки! Thank you.
Ирина Аллегрова. Просто о сложном. Для вручения Спасибо, с праздником! Для вручения своеобразного Оскара и Грэмми в одном лице Ирина Аллегрова приглашается монстр-попа, мега-кич-артист Владимир Бажен. Дорогая Ирина, за особый лиризм, за откровенность, за пафос. Радио Хит ФМ, от Радио Хит ФМ, от себя лично, этот маленький, не золотой, но очень тяжелый и душевный приз вам, в ваши натруженные руки. Спасибо. Не уроните. Спасибо, я счастлива, что у меня есть такой приз. Я с вами, я вас люблю. Хит ФМ, Хит ФМ, Хит ФМ. Это лучше, чем апельсин. Чем.